Дорогие друзья, 25 января – это очень важный день для того, что традиционно называется высшим образованием Российской Федерации. В 18 веке, в 55 году, в этот день был учрежден Московский государственный университет. И с этого началась настоящая история высшего образования в России. Всегда к высшему образованию было крайне особенное отношение, потому что оно формировало элиту общества, формировало тех людей, которые брали на себя ответственность за судьбу страны и формировали управляемое и желаемое будущее. Студенчество – это замечательная пора. Главное – найти баланс двух притяжений, которые и сформируют итог. С одной стороны, это веселое время, когда человек впервые получает право голоса, когда он впервые обретает свободу и вступает во взрослую жизнь. Самый первый шаг. И это действительно огромный рубеж в жизни каждого человека. С другой стороны, это первое время, когда на человека налагается ответственность. Своя собственная программа жизни начинает формироваться именно в это время. Для того, чтобы совместить вот эти вот вещи, и нужны эти годы, проведенные в вузе, и нужен хороший, правильный университет, который поможет установить тот жизненно-образовательный маршрут, по которому вы пойдете долгие годы вперед. Я хочу пожелать и в этот день, и дальше каждому студенту Российской Федерации, нашего вуза Минского университета, найти этот баланс между свободой и ответственностью и сделать шаг туда, что называется персональный успех и национальное развитие. Всего самого наилучшего, успехов, радости, счастья!